В Одинцовском городском округе продолжается ямочный ремонт. Сейчас устраняют дорожные неровности около культурно-спортивного центра «Мечта». Ежедневно по внутриквартальной дороге проезжают сотни машин. Она связывает две транспортные артерии города – Красногорское шоссе и улицу Неделина. Поэтому износ полотна в некоторых местах достаточно высокий. Каждую неделю устраняем более 200 ям. Основной объем работы уже выполнен. Сейчас исполнение более 54%. Всего было оцифровано 1154 ямы. И еще 522 ямы было сделано до того, как мы начали их цифровать. Все эти работы ведутся на территории поселений одновременно. В основном эти работы выполняются методом карт. Но есть дворы, которые делается полное асфальтирование, в частности, дворы в Гусарской Балладе. Асфальт для ремонта дорожного полотна заказывают в Голицыно. Технология устранения ям отработана. Сначала выравнивают поверхность, очищают от дорожной крошки и уже после ямы асфальтируют. Это выполняется силами МБУ. Соответственно, гарантия по данным работам она равна 1 году. Мы прекрасно понимаем, что ямочный ремонт – это не тот полноценный ремонт, который делается при замене всего полотна, но в то же время этот ремонт позволяет снять остроту проблемы. И если двор постоянно требует ремонта, то мы стараемся его ставить также на комплексное благоустройство с полной заменой асфальтового покрытия. Все ямы были оцифрованы еще весной, сразу после того, как сошел снег. Затем данные были внесены в систему и разработана дорожная карта. До конца лета работы по ямочному ремонту должны быть завершены. Такие сроки поставил руководитель округа. Мы стараемся максимально большой объем выполнить комплексным благоустройством, но то, что туда не удается вместить, мы вмещаем уже в ямочный ремонт. Помимо ямочного ремонта, в этом году запланирован большой объем реконструкции внутриквартальных дорог. Не только в городе, но и в поселениях муниципалитета. Мария Шматкова, Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».